Германия не согласна с Евросоюзом и продолжает считать «Северный поток-2» экономически выгодным для себя проектом. Об этом заявили в Кабмине страны. В Брюсселе саммит ЕС принял резолюцию, в которой потребовал аннулировать соглашение о строительстве газопровода, заявив, что он может якобы нанести ущерб безопасности Союза. Но, однако, в Берлине подтвердили, позиция Германии не изменилась и работа по проекту будет продолжена. Но, кроме того, на саммите Украина попросила Европу о введении дополнительных ограничений в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. Порошенко даже лично прилетел для этого в Брюссель. Однако он никого не убедил, и большинство стран Евросоюза выступили против этого. Ну и еще не обошлось без казусов. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер решил проверить, не парик ли у дамы, которая его встречала. Недолго думая, он взъерошил ей волосы. Но говорят, что дама потом даже украдкой сплакнула по этому поводу. Думала, что никто не видит, но рядом оказались журналисты.